Всем привет, ребят. Ну что, как и просили, сегодня у нас будет обзорчик на зефирку. Вот такой вот сборки, где у него, в принципе, статы довольно-таки неплохие. Все-таки у меня 27 почти тысяч, но мы сейчас супер питомцем зайдем. Я вам покажу его супер пэтом, чтобы были еще дополнительные статы. 27 тысяч точности. Уклонение, то есть здесь, по сути, в большинстве случаев не помогает. Плюс уклона у нас 10к за счет титула, эти статки все. Сам герой собран тоже на точность, из-за этого такие бешеные параметры. Недомогание стоит для PvP локации специально у меня на нем, я его не меняю. Можно, конечно, и САСКу поставить, и опять лечение поставить, разные варианты. Но мне такой больше всего нравится. И у нас сегодня тест, его будет Огненка. Ну, Огненка на него самый топовый вариант. Плюс Истинная Вера. И многие подумают, что вот он тоже будет неубиваемым, наверное. Тоже думали, что Огник будет супер-пупер, но, к сожалению, нет. Почему? Объясняю. Сейчас в большинстве случаев у героев... В топах, ну даже не в топах, все ставят отражалки. Что такое отражалка? Ну, я думаю, вы сами все понимаете, что это просто жопа полная. То есть это обратка всего дамага. И так как у нас Огник дамагер, Зефир у нас тоже дамагер, они получают, соответственно, намного больше обратки. Здесь в данном случае, да, по нас, по сути, там особо... Может, попадают, не попадают. Ну, точнее, попадают у нас. Хотя есть миссы, у него не особо собраны, вижу героя. Но, как видите, герой проседает. Почему? Если сравнивать с бардом. Бард превращает входящий урон, да, в отхил. Кулдаун небольшой, плюс истинная вера. Там кулдаун, получается, еще пересекается. А в итоге герой неубиваемый. Плюс он еще себя подхиливает. Он не наносит дамаг. То есть это не Огник, это не Зефир, он не дамажит, это саппорт. Соответственно, он живет, ему пофиг. Если брать оккультиста, та же самая картина. Он снимает негативный эффект, он снимает с себя негативные эффекты, накидывает щит, превращает урон в отхил. Таким образом, получается, он тоже не дамажит много, точно так же, как и... А бард, соответственно, он не получает обратки. Эти же два героя, они дамагеры. Плюс, по сути, да, если брать в разрезе, что у вас будет пачка, это одно. Если брать, вот просто рассматривать, как будет смотреться, если вашу пачку сольют, то вот вам явный пример. Что мы видим? Лис там, либо другие накидывают недомогание. Что такое недомогание? Это... уменьшение вашего отхила. Он не поддается заморозкам, но вот посмотрите внимательно. Сливается точно так же, как и любой другой. То есть вариаций здесь никаких нет. Если вы будете в топе, вы будете получать обратку от отражалки. Если не в топе, у вас будет любой зефир тащить, в принципе, в большинстве случаев, в любой сборке. Но сказать, что вот этот именно будет универсальным, я не могу, потому что, ну, это бессмысленная, по сути, тема для него. Давайте еще поищем по поводу отхила. Там просто превращение идет конкретное. Тут у нас, к сожалению, да, возможно, где-то оно поможет. Но в большинстве случаев накидывается недомогание. И все. И герой у вас еще плюс станется очень хорошо. Как вы знаете, оккультист имеет иммунитеты. Бард станется, но барду пофиг, у него работает под станом, не под станом, то есть он имбалансный. Вот вам сейчас пример всего, по сути, дамага от хила от топового зефира, он 14-14. Да, сюда можно поставить ССку там и прочее, но это все равно не спасет. Как видите, недомогание, оно перекрывает все эти отхилы, которые там идут. Да, мы наносим дамаг... сейчас я гляну, Мэри есть? Мэри нету.
Ну, даже без Мэри, потому что он может еще убиваться на Мэри. Все, то есть, по сути, это никак не спасает, как по мне, ну, честно говоря, бессмысленно. А есть другие намного интереснее варианты, чтобы он жил дольше. Да, у меня там нету на нем столько жизни, там нету уклонений и прочего. Но сама суть именно сборки, почему тащит Барт и почему тащит оккультист, они не дамагеры. То есть они не наносят много дамага, они не получают отражалки. Сейчас просто все бегают с ОЗ-шками, то есть сейчас чем больше у вас дамага, тем больше вам надо думать над отхилом. Ой, над отхилом, в принципе, и над тем, как обезопасить себя от отражалок. Но чтобы был такой эффект, как вы видите, у Барда, сейчас мы попробуем, посмотрим. Здесь еще. Если нет уже там много дамагеров, да, он будет тащить, но я вам показываю на максималке и реально толку, скажем так, никакого нет. Плюс истинная вера сама по себе, как она отхиливает? Она отхиливает от получаемого урона. Сколько получает у нас Зефир? У него стоит ограничение, то есть он не получит больше, нежели по нему прилетит. То есть он, по сути, он восстанавливает то, что ему прилетает, да? В данном случае у нас прилетает по нему, так как у него ограничения не особо дофига. Ну, здесь он тащит. Здесь у нас такие герои на дефе, что смешно. Давайте где-то пойдем против топа посмотрим. Вот есть Мэри, отлично. Недомогание, лисичка бьет, воодушевление. Единственное, что вот хорошо то, что 2 секунды он там неуязвим, но то же самое вам может дать и выживание, там больше неуязвим. Надеюсь, мы сейчас больше не набьем на нем, чтобы мы могли зайти еще. А вот посмотрите, толку никакого вообще нет. Его заморозили, сделали, то есть он убивается точно так же, как и все. 2.25, если я не ошибаюсь. Пробуем залететь. То есть они где-то приблизительно, этот отхиливает на фул, то отхиливает от входящего урона. Но так как у Зефира ограничение стоит. Вот, конверт. Дамаг тейкен, то ТП. То есть, соответственно, если бы он получал больше, плюс поставить СС-ку, это одно. Но в данном случае мне оно не нравится, не знаю. Может, где-то кому-то оно и нравится, и заходит, но он как сливался, так и сливается. Сказать, что он будет мега-имбой... Попробуем еще раз задышать. Тут хотя бы он какое-то время не получает дамаг. Нули намного дольше идут. Ну что тот вариант, что тот. Недомогание и все. Вот, пожалуйста. Мэри еще там включилась. Она нас нафиг ушатала. Можно попробовать напасть с другой стороны. Но если тут Мэри с отражалкой, то в данном случае тот вариант будет намного лучше. Поэтому соло... Это одно. Если вы хотите его рассматривать в пачке, то у вас однозначно будет ворожей, который будет давать отхил. Ну, в большинстве случаев ворожей и все остальные сливаются очень быстро, поэтому нету сейчас такого, что герой там прям мега-мега вау. Есть просто баги от IDG, ну не баги даже, официальные топовые баги.
герои, которые просто неубиваемые. Остальные герои убиваются, нету ничего сложного, есть просто донат и без донат. Без доната не могут убить донатов, потому что там бешеные статы. Я вот бегал на атаке фортов, два героя просто, вот кто смотрел, мы закинули по краям. В итоге, что у нас получилось? Просто две гильдии 40 минут стояли. Они ни хрена не могли сделать, это ненормально. Надеюсь, это все пофиксят, потому что, ну, это полный бред. Вот, поэтому в топах, на максималках, истинная вера на Зефире, ну, не знаю. Она максимум, что она даст им, это неуясно, пару секунд, то есть там сколько, 2 секунды, он будет не получать дамаг, превращать его в отхил. Ну а дальше будет вот так вот. По сути, это ничего не меняет. Сейчас пусть начнет бить по героям. То есть, если брать PvP локации, то такое себе. Вот отхил идет. Все, пропали у нас герои. Вот смотрите, что дальше делается. То есть такой же вариант можно сделать и без этого. Выживание то же самое. То есть он сливается. От него толку никакого, как по мне. Но это опять же, это 1 против 6. Но что такое бард? Давайте даже нападем. Бард, не знаю, собран, не собран. Что такое бард? Такой сборки, я думаю, вы видите сами. Недомогание там и прочее. Он не наносит дамаг. То есть он и не убивает, и не дамажит. Он просто держит деф, скажем так. Вот из-за этого нельзя на некоторых локациях его не убить. Ни хрена вы не можете сделать. И что такое зефир, которого мы тоже выпустим? Зефир, причем у нас там собран еще супер питомца. Он получает дамаг от Мэри. То есть вот вся разница. Этот не дамажит, тот дамажит. Но получает этот намного. Это плюс у нас еще Бард дает вроде ему отхил. Вот разница вам. Это имбалансный герой, а этот просто сливается из-за того, что у него нету такого кулдауна, нету таких возможностей. Этому пофиг. Он себе будет стоять, ему просто насрать. То же самое там, оккультист, я не помню, или он собран или нет. Та же самая картина, в принципе. То есть они предотвращают отхил, но ставить надо супер питомцев. Еще резнули. Все равно, видите, даже пробивает. Но посмотрите разницу, зефир и вот этих два. Вот, поэтому из-за этого, смотрите, сразу же на фул отхил. Да ты что, нифига себе слили. Но это у нас нету супер питомца и нету всего, что надо. Ну, то есть без супер пэта это одно. Но там топовые герои, это топ-10. А вот, если же брать там, не знаю, подземки какие-то, да. Ну, здесь надо, опять же, здесь надо уклонение. Ну, по нем миссуют, понятно чего. Он станется, допустим. Если мы уберем, можно, в принципе, убрать стан. Можно вообще супер питомца убрать, попробовать. Ну, здесь миссы идут. Здесь не от чарки. Давайте уберем супер пэта. Не чарки, нет этого, нет эмблемы. Такой вот вариант попробуем. Что у нас получается по статам? 6000 уклонения.
То есть сама суть, что оно не спасает никак. Интересно, ну если сейчас закинуть... Поэтому, если бы это работало на всех героях, то это было бы реально круто. Ну а так, к счастью, наверное, это не работает на всех героях, и это хорошо. Я надеюсь, этих тоже пофиксят, потому что разницу, в принципе, вы сами видите. Почему это совпадение таланта кулдауна и скилла героя? Вот так вот. Поэтому больше героев, я не знаю, кто там еще будет тащить. Пишите, кого мне еще показать, потестировать. Ну, в принципе, мы уже, наверное, всех самых имбовых создали. Это Ронин благодаря Инвизу, это Барт, это Культист. Ну и Фрейя со стойкостью для битвы Гильдии, которую я показывал. Все. Другие герои, к сожалению, не настолько актуальны будут. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.